Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Телеканал Континентальной хоккейной лиги рад вас приветствовать. И мы с вами отправляемся в Магнитогорск. Николай Прохоркин, 74-й. И Энвер Алисин, номер 7-й. Илья Проскуряков. Коварш. И вот стали в зоне хоккеиста Металлурга. И минута. Ровно минута у них есть на реализацию. Большинство. Мазякин! Как поймал шайбу-то! Ох, здорово, Сережа! Браво, Сергей Мазякин, 1-0! Металлург открывает счет. И вот так вот, еще раз. Попал бы немножко получше Дмитрий Казионов. Атака заблокировали этот бросок защитники. Хорошая очередная атака Металлурга. И вот 1-0, выход! Штанга! Добивание! Отстояли игроки ЦСКА свои ворота. И там пас рукой был, показывают. А нет, это Оскаросова был, простите. Заблокирован бросок. Но первый на шайбе. Игрок ЦСКА, это Федор Федоров. В центральной зоне пока не получает. И как раз вот сейчас в высокоформатной четкости мы и наблюдаем с вами за матчем Металлурга и ЦСКА. Зарипов, нет, не сумел обыграть один в один соперника, но продолжают магнитогорцы здорово действовать. И 2-0! Шайба скаканула от Проскурякова. И в итоге после этого сильного броска оказалось в воротах. Или же там добил кто-то на пятачке. Сейчас надо будет посмотреть. Все, был такой яркий момент. Вот здорово опять все разыграла. Первая пятерка. Бирюков, Мазякин. Сергей делает бросок. Зарипов вот шайбу. Да, Сергей Мазякин. Вот сейчас Шенфельд заменил Каменева. И момент у ЦСКА. Ох, жарко, как перед воротами Кошечкина. Армейцы могли сейчас забросить ответную шайбу. Фролов. Коварш перехватывает шайбу. И чуть Мазякин не сделал хет-трик. Не попадает Сергей из убойной позиции. Казионова. Зайцев. Лисин. И бросок мощнейший. Вот как не забивают сейчас какие-то ЦСКА. Дважды, трижды. Еще момент. Филпула не попадает. Вот это да. Там Григоренко. Ох, здорово из-за ворот. Неудобно руки делать передачу. Но контратака. Зарипов. Коварш его поддерживает. Коварш. Зарипов. Где шайба? Как здорово сейчас лег на эту диагональную передачу Станислав Егоршев, но продолжается опасный момент у ворот. ЦСКА наказано двухминутным штрафом и Радулов отбывает. Ну вот сейчас момент есть. У Металлурга забить третий гол, и вот он и есть. Как быстро, Сергей Терещенко, а? Как быстро. Второе большинство магнитки и опять шайба ворота. Замешкались и не ожидали такого подарка игроки Металлурга. Ковар все-таки шайбу отвоевал. И еще раз все здорово разыгрывают. И Проскуряков, браво! Или в очередной раз. И вот момент, гол! Александр Радулов в сольном проходе делает счет 3-1. И эта шайба может стать глотком свежего воздуха для армейцев. Александр Радулов забрасывает свою 7-ю шайбу в этом чемпионате. И убегут магнитогорцы. Контратаку. Мазякин делал передачу на Зарипова. Зайцев назад. Неплохо! В шпагате Кошечкин. Последняя минута. Проскуряков уже покинул ворота. ЦСКА все-таки вошли в чужую зону. Рылов играет назад. Прохоркин. Прохоркин. И классный момент. Что творит? И как сейчас шайба не попала в ворота Кошечкина? Непонятно. Дорогие друзья, как там армейцы не забили? Фантастика. Фантастика. Как Фролов не поднял шайбу и попал в щиток Кошечкину? Еще раз наблюдаем с этой точки. Вот момент. Александр Фролов.
Дважды вот как раз Фролов был на острие. Помню, всем все понятно. Зайцев. Бросок. Все, дорогие друзья. Близок был Сергей Мазякин к хет-трику. Но 3-1. 3-1 победа магнитогорского «Металлурга» сегодня в матче против московского «ЦСКА».